Ощущать крены. Если идет крен, значит тебя будет в сторону уводить. Вот. Вот это нужно почувствовать. Ты можешь посмотреть только вот так мельком на концы, как они поднялись, не поднялись, пора ряды бросать, не пора. Но опять же, ты вот когда держишь ряды, когда крыло над головой, они сами вырываются. Если ты их держишь свободно, не сильно, они сами соскочат с пальцев. Вот, ну ты их все-таки держи, потому что они могут соскочить раньше времени. Быстрее, быстрее, ломись, ломись, ломись! Еще плавнее, чем здесь. Еще медленнее, да. Ты это сразу после взлета и почувствуешь. Не надо его там дергать никуда, там, мне кажется, вот так, ничего. Там рация все подскажет, что надо делать, что не надо. И еще одно. На поворотах, когда будешь там повороты делать, подруливать куда-то, руки ниже плеч не опускай. То есть вот сюда не заводи. Вот здесь. Повороты делаются вот так. Вот так. Сюда пошли. Выровнялся, сюда пошли, выровнялся. Значит, движение руками в таком вот темпе. Вот такой амплитуды достаточно, чтобы у тебя начался вот такой вот поворот. Вот такой интенсивности. Еще одно. Крены достигаются не за счет того, что глубоко клевно подаем, а за счет центробежной силы. То есть одна сторона подтормаживается, допустим, крыло начинает поворачивать, а пилот центробежка выносит. Вот он появляется за счет маятника крена. Не пытайся этого делать пока вообще. Значит, поворот, интенсивность показываю. Вот это вот малая интенсивность. Вот это средняя интенсивность. Все, дальше не надо. Ясно. Каких дым-дым. Это не мотоцикл ни хера. Не, серьезно. Плавно. Это, да, очень медленное движение. Можно плавно.
Я чуть добавил топливо, не холостые упали. Я, кстати, холостые тоже снова добавил. Правильно сделал. При том, что первый раз я сотового бензина купил, было все нормально. А потом на поле с 95-м приехал и смотрю, что-то мало, просто заслонку добавил. Он тебя не будет толкать вперед, а будет толкать просто вниз и все. Не наклоняйся. С ровной спиной. Но я тебя поправлю в рацию, потому что все равно наклонишься, это ошибки такие. Они неосознанно ошибаются так люди. Я тебя поправлю, скажу, выпрямись. И пошел, пошел, пошел. Смотри. Угу. Серег. Большой потери высоты, чтобы это было очень высоко. И вот оставайся на этой высоте. Давай, делай поворот на 360. Оставайся на этой высоте и иди в сторону. Нормально? Вин сломал? Не, все цело. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю, молодец. Да. Давай, спасибо. Ну, конечно, растерялся. Спасибо. Да? Растерялся? А в какой-то момент я так и не понял, почему да, меня качнуло. Да не качнул, ты сам качнул. Видел, да. Посмотришь. Я попросил попроверить. Фу, нет. Да, это хрень. Тебя тянет влево на все эти постройки, а ты вообще даже ноль внимания. Я говорю, поправее, поправее, ты, блядь, что ты ждешь? Тебя все влево, влево, влево уводят, прям все сюда уводило. Ну, да. Что-то не удалось. У меня тоже есть вторая, есть еще с той же частотой. Да, зачем он сейчас здесь? А почти из-за чего вы прошили-то? В чем фишка-то? Ну, хер, я не понимаю. Это Валера замутил. Это они специально такие слова выучили, да. Чтобы мы себя чувствовали так. Я хрен его знает. Что-то включилка, а вот это, ну, за облака, думаю, ни хера не ловит. А. Слышно? Да, связь есть. Thank you.
Страшно было вниз идти. Ну да. Ну ты, конечно, перелет такой устроил. Вообще я рассчитал на середину. Серьезно. За стратосферу еще и заглушился, блин, мы тебе машем. Давай, типа, еще круг, блин. Да. Пиздец. Как вы? Да я-то нормально. Споткнулись. Просто вот так не влетал, у тебя все ровное было. Задушено было, наверное. Вообще, у тебя ни крыло не качалось, ни назад. Давайте здесь просмотрим крыло. Два шага взлет. Thank you.
Самые сложные условия для старта. Надеюсь, справимся. Как такое возможно?